Горсправка. Где впервые получить паспорт несовершеннолетнему в возрасте 14 лет? Существует два способа оформления паспорта несовершеннолетнему в возрасте 14 лет. Первый способ – подача документов на паспорт несовершеннолетнему в возрасте 14 лет осуществляется через филиалы многофункционального центра. Второй способ – непосредственно в отделе по вопросам миграции по адресу улица Ватутина, 21, кабинет 103, согласно текущему расписанию. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, квитанцию об оплате государственной пошлины в сумме 300 рублей на имя ребенка, две фотографии размером на 3,5 на 4,5, где изображение лица должно составлять не менее 70% площади всей фотографии. Задавайте свои вопросы и смотрите ответы в программе «Горсправка» и на сайте первомедиа.ру.